И всем привет! С вами, как всегда, я и, как видите, по нику Роман Кьютап. И сегодня мы катаемся на КСМ-сотни ПС. Лёх, поздоровайся. Всем привет! Круто это делать на проекте, а не в офлайн. Как бы одиночки нет троллейбусных, к сожалению. Да, извините, конечно, то, что опять же забыл всех замутить, но кроме Лёхи опять же много. Так, и сегодня мы катаемся по первому маршруту. По, блин, я тебя слышать не буду. Я тебя замучу. Пишите, если что, мне в чат. Так. Остановка санаторий Зодчи. Так. Осторожно, дверь открывается. И следующая остановка, я не знаю какая, но зато знает сама карта. Я думаю, что я за этот ролик вообще ни разу не слечу, в отличие от прошлого. Ну или может быть это будущего, потому что это зависит. Вот, блин, не слечу. Но это, я не договорил, зависит от того, что я перевыпущу. Поездка на ZU-10 или поездка на КСМ-101 PS. Возможно, я это одновременно выпущу. Но можно сказать, если это выпустил раньше, не выпускаю ZU-10, ждите. Могу, в принципе, сказать то, что видео довольно, можно сказать, опаздывает по своему расписанию. Да, я делаю небольшое расписание на неделю с записью видео. Не могу сказать, что КСМ-101 PS еще должен был выйти вчера. А про ZU я вообще молчу, он должен быть в понедельник. Ну, как вы видите, мы все-таки уже впервые на турбосоветске, а не на рашкинске. Скажите, как думаете, на какой следующей карте покататься? Я знаю, есть Рокфорд, турбосоветск, Троллензо, GM-City 25 и другие, правда, не помню, как они называются. Напишите свою карту, на которой хотите прокатиться. Говорю сразу, Рокфорд может и не выйти, потому что Рокфорд довольно редко можно встретить на троллейбас ФС. Да, на троллейбас ФС записываю, потому что, опять же, нет троллейбуса для одиночной игры. По крайней мере, мод троллейбус С уже удалили. Ну, осталось только УСБ, как Низа, Мэйхол. Мэйхол, правда, сменил свой ник, ну, или он давно уже сменил, но все равно мы не отчаиваемся, так как мод может выйти в любой чек. Так, и опять же, новички уже просят меня помощи. Именно меня. Я не знаю, почему именно меня. Да, отмечено желтый, конечно. Так. Надеюсь, я тут не слечу. Кстати, а как думаете, прокатиться ли на такой АКСМ-ке, только 321? Немного с другими звуками и на такой краске. Или забить? Ну, конечно, я не забью, рано или поздно все-таки сниму, но все зависит только от вас. Да, турбосоветск у меня, конечно, опять же, не лучший, но и Рашкинс. Естественно, есть такие розово-черные текстуры, черный с розовым вкрапинку, или, ну, черным квадратиком, черный с розовым есть у меня. Универсальный магазин. Интересно, что это за универсальный магазин, или как-то неправильно вижу.
сегодня как-то я неправильно прочитал, но если что, подправьте меня в комментариях. Все-таки комментарии для, можно сказать, своих высказываний о видео придумали. Кстати, наш троллейбус довольно полненький. Ну как? Все сидячие места точно заняты. Не все. Но многие точно вот заняты. Вот это я гоню. Да, без пробела написал. Так. Я думаю, скоро мы уже подъедем. Конечно, мы можем, ну, как можем, немножечко хотя бы просогнались. В смысле, там и стрелка. Через 84 метра. А вот и, в принципе, наш, можно сказать, так, разворот. Мы так неожиданно развернулись. Там другую виденицу догнали. Но я думаю, то, что мы на остановке завод уже так очень ведем. А дальше не знаю. Может быть, я сразу запишу видео на КСН-321. Даже заранее его выпущу, так как видео должно вообще в пятницу выпуститься. И да, ребят, я это все записываю как бы вечером, а то и ночью. Ну, примерно... Ну... 8 часов. Ну, а теперь пришло время прощаться. Не забывайте подписываться и ставить лайки, опять же, на мои видео на моем канале. И всем пока-пока!